перестану. Отбираем нож, за лезвие не хватает. Или такое отымем, или такое отымем. Локоть в любом случае контролируйте. Сразу удержание. Мы вчера учили, сразу удержание делайте. Стоите типа подачи, здесь с ногой помогаете прямо к партнеру. Сразу здесь залезли, не хватаете. Понимаете нож. Делали вчера эту технику, то же самое с ножом, пожалуйста. А можно вопрос? Точнее, что вопрос, а у всех постоянный вопрос, что делать, если мягкая страховка у них не получается, сразу удержание сделать. Мягкая страховка. Опять же, если партнер у вас уже, смотря как лег, да, отсюда будете переворачивать. Вот отсюда возиться уже дольше. Сразу падаете всем весом на запястье. Не раздумывая, если у вас лежит уже на спине, из переворота. Надеюсь, вы не буквально поняли, всем весом на запястье. Да, аккуратно, сразу. Раз, перед собой. Или переворачиваем. То есть, в принципе, возможен вариант. Бить! Как ремитенкан, концовку. Вы можете попробовать, у кого уверена страховка, да, идет. Здесь. Подойти сюда со скручиванием, поставить ногу сюда. Или на подхват между ног, или перед ним. И вот это делать. Через бедро или с подхватом. Ну, с подхватом, так это и называется, с подхватом. Вот еще две формы. Для тех, кто не прыгает и боится через ногу, на самом деле опасная штука. Делайте низкий, вот как Наталья Александровна показала, ремитенкан. Он не заставит высокую амплитуду, и там нога стоит прямая перед, ну, на колено, против естественного сгиба. Очень легко травму получить. Кто уверен в себе, подставляйте ногу и бедрите. Давай. Обратите внимание, что туда ножка, партнер должен идти. Вот ваши руки натыкаешь всегда, нож не важно, вот с такими руками дальше не делается. Вот сейчас ноги вот так вот работают, прям по ушам себе ездят. На партнера нож идет, на партнера, глядишь, он тоже голову назад уведет. Обратите внимание.